Ребят, всем привет! Сегодня тепло на улице. Сегодня будем снимать рекламный ролик про пиво. Поедем сейчас к другу, у него есть студия. Он нам сегодня поможет в этом деле. Так что ставьте лайки, все будет хорошо. Ребят, все, приехали к другу. Вот у него такой реквизит. На этом фоне и с этими лампами мы будем снимать видеоролик рекламный про пиво. У друга есть свой YouTube-канал, он дизайнер, ссылка будет в описании, переходите, смотрите, у него классные дизайнерские решения, идеи. Ребят, для нашего ролика нам понадобится реквизит, нужен нам будет глицерин, обычный такой, дешевый, бутылочка любая, распрыскиватель. Так, на всякий случай мы возьмем нитку, скотч, возьмем наше пиво красивое, в трех экземплярах. Вот так вот это все будет выглядеть. Постараемся снять рекламный ролик пива. Что мы будем делать с нашим глицерином? Мы возьмем глицерин, добавим сюда, вот в эту колбочку, 50% воды, 50% глицерина, будем прыскать на наши бутылки, и будет создаваться эффект капли, стекающей такой красивой. Вот нам для этого все не нужно будет. Но это все мы вам покажем в процессе. Так, ребят, чтобы у нас бутылка крутилась, вот так вот, мы ее привяжем нитками, вот сюда горлышко подвесим и вот так провернем. Плюс нам надо будет сейчас настроить свет. Вот здесь наше освещение. Сейчас мы повернем сюда, чтобы у нас было равномерно дополняющее освещение. И все, и дальше больше будем снимать. Так, ребят, у нас вот такая конструкция получилась. Вот так мы будем это делать. Мы ее подвесим в воздухе и прокрутим. Красиво так прилетело. Ребят, ну вот мы и закончили наши съемки. Снимали мы часа два. Так что комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания, пока, не болейте. Счастливо. Лайкосы!